Здравствуйте! Я Арина Михайловна Куртила, или более известная как Арина Романчикова. Я из Финляндии, но сейчас я живу в городе Узген, в Кыргызстане. Я уже создала 2 флешмоба, это «Киргизия не бедная» и «Кыргызы не должны плакать». У меня в репертуаре есть хорошие песни о Кыргызстане, даже на эстонском. Но, как всегда, как и у любой звезды, есть какие-то такие непонятные сплетни, которые я сейчас буду зачеркивать. Первая сплетня. Ложная, ужасная, дикая сплетня. Что у меня что-то не все в порядке со здоровьем. У меня все в порядке. Все в порядке у меня. А то, что там про глазик пишут, я объясню. У меня есть башкирские и сенегальские корни. То есть я не чистокровная финка. Да, и русские корни у меня есть, и украинских немного. Вот поэтому национальные признаки у меня смешались. Вот этот вот глазик, это, как мне сказали, башкирский национальный такой признак. То есть это не проблема никакая со здоровьем. У меня все хорошо. Вторая ужасная сплетня. Зачеркиваю, это та сплетня, которая пишут, девочку заставляют говорить взрослые. Это не так, меня никто не заставляет говорить. Я сама говорю, это мое мнение. Мне уже 15 лет, я вполне самостоятельная девочка. Как меня взрослые могут заставить говорить? Меня никто не заставляет говорить. Вот этот миф я раз и навсегда зачеркиваю. Все. А еще вот после моего флешмоба начались негативные последствия. После флешмоба кыргызы не должны плакать. В Кыргызстане, в Бишкеке, начались антикитайские настроения. А в селе Чонсары-Ой из Сыкульской области начались антивенгерские настроения. Зачем? Я не пойму. Я создавала флешмоб «Кыргызы не должны плакать» за остановку дискриминации кыргызов Китая и Венгрии. Но моей целью было, как бы, именно остановить дискриминацию. Поссорить народы, такой цели, у меня ее не было. Поэтому прошу вас не ссориться, вот, как бы, с другими народами. Все люди на земле равны. Подписывайте мой флешмоб «Кыргызы не должны плакать», но адекватно его оценивайте. Это не пропаганда вытеснения народов из ссор. Это остановка дискриминации кыргызов Китая и Венгрии. Надеюсь, вы поборолись со своими мифами обо мне и о моем флешмобе. Спасибо. С уважением. Арина Романчикова. Арина Хелина Куртила.